25 октября должен официально заработать Фонд защиты прав дольщиков. Это ведомство было создано в начале октября для оказания помощи клиентам обанкротившихся застройщиков. Новый фонд будет сформирован из взносов строительных организаций. Застройщики обязаны отчислять в общий котел 1,2% от каждого договора долевого участия. В случае банкротства компании эти средства будут направлять на завершение строительства дома или выплату компенсаций. Данное решение может приниматься по выплате гражданам в случае, если объект будет на начальной стадии строительства и целесообразность завершения строительства будет меньше, чем возмещение затрат. Будут распространяться действия данного фонда в отношении объектов, которые будут вновь начинаться только вот с конца октября месяца, с 25 октября начинает фонд действия, то есть только на те объекты, которые будут уплачивать средства именно в данный фонд. Те объекты, которые ранее страховались, они претендовать на компенсации с фонда не смогут. Работа нового фонда должна повысить надежность отношений между заказчиками и застройщиками, а также обезопасить вложенные средства. Сейчас в республике 90% жилья возводится по договорам долевого участия, а это более 130 строительных объектов. У нас есть один объект проблемный, это позиция 3 по улице 9 пятилетки. Мы работу продолжаем. Планируем, что в текущем году жилую часть объекта мы введем в эксплуатацию. Оставшиеся работы незначительные, позволяют нам быть уверены в том, что объект будет введен.